В Аральском районе в преддверии Нового года открылся ряд новых объектов. Также были оглашены имена победителей районного конкурса на звание «Лучших в своих сферах». Один из новых объектов – здание суда. Прежде он размещался не в приспособленном здании 1940 года постройки. Теперь для служителей Фемиды построено двухэтажное здание с удобными кабинетами, залами ожидания и специальными помещениями для архива медиаторов. В церемонии открытия здания приняли участие кимобласти Кырымбек Кучербаев и председатель областного суда Камбар Нурышев. Открытость и прозрачность судебной системы – основа независимости любого государства. Успешное реформирование судебной системы государств зависит и от наличия материально-технической базы. В регионе создаются все условия для работы судебной системы. Желаю вам быть достойными звания вершителей правосудия в лучших традициях нашего народа. В ауле Бикбаул на основе ГЧП построена амбулатория с дневным стационаром. Прежняя была в аварийном состоянии. Новая оснащена всем необходимым для работы. У нас до этого времени не было своей лаборатории, ЭКГ, УЗИ. Теперь все это есть, а также физкабинет. Жители аула могут полностью обследоваться у нас, сдать анализы и рентген. На основе ГЧП в районе реализовано 5 проектов. Один из них – врачебная амбулатория в ауле Бикбаул. Самое главное богатство – это здоровье человека. Пусть в новом здании оказываются качественные медуслуги. Также в аулах Жанахурлос и Тастах сданы фельдшерско-акушерские пункты. На торжественном вечере были названы лучшие своей профессии. Я работаю мастером в сервисно-заготовительном центре. Тружусь здесь с 2013 года. Вначале чистила рыбу. Сегодня под моим руководством работают 30 человек. Мы экспортируем рыбу в Европу. Свою трудовую деятельность начал в депо. 33 года, как работаю там. Благодарен за награду. Пусть Новый год принесет нашей стране мир и согласие. С Новым годом! Галымжан Жумназар, Акымжан Жултаев, Алпамыс Ашырбеков, Досхан Сатпай, телеканал Кызыларда.